У меня в гостях Али Бекинин, белозерский купец. Али, скажи, пожалуйста, про свою компанию и чем, какую продукцию вы выпускаете? Так, наша компания называется «Белозерский купец». Мы производители жареных семечек. Этим занимаемся довольно давно. Как бы семейный бизнес. У меня дед занимался этим, потом уж как-то перешел отцу. И вот теперь я представляю свою компанию здесь, на Продэкспо 2020. Да, жареные семечки, отборные. Что еще вам? Скажи, пожалуйста, какое впечатление на тебя произвела данная выставка Продэкспо? Ну, впечатление, конечно, произвела очень положительное. Это много контактов собрали, много знакомых. Надеюсь, в дальнейшем будем сотрудничать, как бы, ну вот как-то так. А в первый год выставлялись на выставке? Да, первый год выставлялись. Хотели бы, конечно, попасть на первый этаж. Второй этаж такой уж малопроходимый, но все равно контактов все равно набралось. Очень много. А вот нашим зрителям из своей продукции что посоветуешь попробовать? Вот какая линейка товаров среди вашей продукции пользуется особой популярностью? Особой популярностью пользуется вот купец. Пробуйте в магазинах, надеюсь, найдете. Жарим только высококачественное сырье. Закупаемся уже в просторах юга России. В Краснодаре. Пробуйте, не сожалейте. Очень качественный продукт. И в каких ритейл-сетях можно приобрести ваш товар? Ритейл-сетях нету. Я думаю, надеюсь, как бы после выставки Продэкспо мы уже будем сотрудничать с ритейл-сетями. Надеюсь, что после выставки мы действительно увидим вашу продукцию на прилавках крупных торговых сетей. Али, спасибо огромное. Все спасибо.